Голубое озеро, окруженное лесистыми горами. Невероятная красота, которая возникла в результате разрушительного землетрясения. Откололась вершина горы, огромная глыба скатилась и перекрыла путь Белой реки. Озеру Дёй-Дёль около 1000 лет. Землетрясение в этих местах – явление нередкое, но Всевышний, однажды подарив нам это чудо, менял все вокруг, а ее оберегал. Второй по величине город Азербайджана – это Гянджа. Ему более 2500 лет. Этот город является центром исторической области Арран. Немало испытаний пережил он, прежде чем дожил до наших дней. Множество раз разрушался в результате набегов захватчиков, междоусобных войн, сражений. 5 раз менял местонахождение. На протяжении многих веков играл немаловажную роль в истории и жизни этой страны. Всегда был развитым городом. Здесь лучшие климатические условия для жизни. Красота природы вызывает восторг в любое время года. Это родина многих великих людей и, конечно же, всемирно известного поэта Низами Гянджави. Всю жизнь поэт жил и творил, не покидая родных мест. Создал величайшие произведения. 8 веков покоится здесь, и над его могилой возвышается этот мавзолей. Сегодня мы попытаемся познакомиться с Гянджой немного иначе. Все-таки есть то, что очень сложно объяснить и понять. Город, который уже знает наше современное поколение, наследие 5-го поселения. И мы попытаемся углубиться в историю с ближайшего прошлого. Изучая сведения о последнем поселении Гянджи, следует отметить то, что этот город был окружен крепостной стеной более чем 12 километров. Но до наших дней сохранилась лишь небольшая часть этой стены, и, наверное, это естественно. Бесконечные набеги, война Сефевидской и Османской империи, падение Гянджинского ханства 1804 года и ввод войск Российской империи завершились потерей независимости. Крепостную стену по крупицам стали разбирать и даже использовать для строительства других сооружений. Многие последнее 5-е поселение связывают с именем иранского шаха Аббаса, но считают, что эту крепость, Ичкала, то есть внутреннюю крепость, в начале 16 века основал османский паша Фарха. Просто во время войны Сефевидской империи удалось отбить эту территорию, и тогда же была построена мечеть вместе с комплексом других строений вокруг. Фархад Паша со 100-тысячной армией пересек границу через Грузию. Наместник Гянджинского ханства Мухаммед Зият Оглы Гаджар, увидев многотысячную армию, покинул город и укрылся в районе Худафиринского моста. Тогда фактически войскам Османской империи удалось войти в город без боя. И следует отметить, что это единственный случай в истории, когда город сдался без сопротивления. Внутренняя крепость охватывала территорию в 210 тысяч квадратных метров. Здесь же находилась Нарангала и дворец хана. И, конечно, это было достаточно большой территорией. Но, к сожалению, после падения Гянджи, внутренняя крепость стала терять значимость и была разобрана почти до основания. В 19 веке внутреннюю крепость стали использовать как казармы армии Российской империи.
Gəncənin işğalından sonra 1804-cü ildə işğal edildikdən sonra o iç qala yavaş-yavaş dağılmağa başlayır. O içəridə iç qala Rus ordusunun yəni kazarmalar kimi istifadə olunur. Гянджа собой представляла мощную крепость. Считалась неприступной, и ее падение должно было произвести громадное впечатление во всем Южном Кавказе. Кроме того, эта крепость была стратегическим ключом всех северной провинции Гаджарского Ирана. Поэтому князь Цицианов считал приобретение ее очень важным. Внутри и внешнеполитическая ситуация вокруг Азербайджана оставалась достаточно сложной. Попытки сначала Шекинского, а затем и Кубинского ханств объединить азербайджанские земли потерпели неудачу. Этому препятствовало в первую очередь социально-экономическое состояние страны, а также походы русских и иранских войск в Азербайджан. Джавад ханын bu müqavimətli savaşından sonra, şəhidliyindən sonra bu Gəncənin bu qəhrəmanlıq bir örnəyi var idi. Yəni bunu Гянджа была своего рода образцом героизма. Некоторые историки утверждают, что главной целью поработителей было изменить название города и таким образом стереть с лица земли город, который был центром сопротивления. В то время даже был установлен штраф тем, кто произнесет прежнее название города. В 1870 году Гянджа объявляется центром Елизаветпольской губернии. Тогда принимается решение полностью разобрать крепость, так как планировалось построить новый город Европейский. Европейского типа, и старинный восточный облик его становится неактуальным. Из четвертого поселения Гянджи сохранилось величайшее святилище – Имамзаде. Некоторые представители из рода исламского пророка Мухаммеда мигрировали на Кавказ, в частности в Азербайджан. После их кончины верующие устанавливали над их могилами мавзолеи и посещали в качестве святилища. Например, на Абшероне, Барде, Нахчеване, в том числе и в Гяндже. В данном имамзаде похоронен святой Ибрагим, сын пятого имама Мухаммеда Багира. Этот мавзолей был воздвигнут в честь него. Это приблизительно относится к 739-740 годам нынешней эры. Более монументальный мавзолей, конечно, уже был построен в XIV веке, который постепенно превратился в целый комплекс. Из глубины древности нашему взору открывается на первый взгляд скромный мавзолей. Поглощенный более масштабным сооружением, при каждом выдохе эти стены излучают энергию, окутанную прощением, исцелением, успокоением. Здесь вечный покой и тишина, независимо от того, какое количество людей посещает имамзаде. Гянджа-басар. Население Гянджи и Гянджи-Басара в целом западного региона Азербайджана веками посещало это место, и постепенно значение святилища возросло. Ныне комплекс гянджинского имамзаде не только по историческим, а также архитектурой мусульманского, аранского, тюркского культурного наследия привлекает многих паломников ближнего и дальнего зарубежья. Мавзолей ежегодно принимает толпы паломников. Самое красивое во всем ансамбле – это купол мавзолея, облицованный ярко-голубыми изразцовыми плитами. Вход на территорию и в саму мечеть свободный для всех вероисповеданий. Еще одним местом паломничества на протяжении многих веков была гробница шейха, известного всему миру великого поэта и философа Низами Гянджави.
Здесь же, недалеко от мавзолея, погребены отец и мать поэта. Семья его была небогатой. Некоторые биографы полагают, что семейным ремеслом была вышивка. Поэт отказался от этого ради литературного творчества. Родители скончались рано, и его воспитывал брат матери. Тогдашним поэтам вменялось в обязанность иметь представление о многих научных дисциплинах. На их фоне Низами выгодно отличался. Строки его поэм свидетельствуют о том, что он имел познания не только в литературе, но и в медицине, богословии, христианстве, исламском праве, иудаизме, мифологии, музыке, изобразительном искусстве, астрономии и так далее. Ныне Низами – гордость не только гянджинцев, но и всех азербайджанцев. Археологические изыскания подтверждают, что наиболее древним поселением является эта местность. Не менее 2500 лет назад здесь уже была жизнь. Землетрясения вынудили людей искать наиболее благоприятные места. А в XII веке образовалось это чудо, которое сейчас называется Гёйгёль. Оно не одно в этой местности озеро. Их 14, и каждое из них обладает невероятной красотой. Эта территория в 1925 году была объявлена заповедником. Вокруг национального парка Гёйгёль на данный момент 13 озер. Вода всех озер, в том числе и озеро Гёйгёль, обладает уникальным составом, и они питьевые. Весь город Гянджа обеспечивается этой озерной водой. Количество кислорода здесь выше 6 миллиграмм, что свидетельствует о том, что она очень чистая. Все эти озера взаимосвязаны подземными водами. Например, вода стекает из Марал-Гёля на расстоянии в 1 километр подземными реками в Гёйгёль. Из Гёйгёля через 3 километра впадает в другое озеро. Главным источником всех этих вод, конечно, является река Ахсу. Во время землетрясения была перекрыта именно эта река. Часть воды, что интересно, подземными путями даже поднимается высоко в гору. На высоте 2700 метров над уровнем моря с 3065 метров горы Кяпяс течет вода. Выясняется, что на эту высоту поднимается часть речной воды. Gölgöl Milli Parkında suda bir çox sularda, göllərdə, su mənbələrində bir çox canlılar var. Bunlardan bığlı balıq var, qızıl balıq var. Demək ki, çay hissəsində çay balığı var. В этих озёрах обитает много живности. Это храмуля, форель и другие речные рыбы. Они не перемещаются через подземные воды. Они живут там веками и не интродуктированы ниоткуда. Как было испокон, так же ныне мы, охраняя, пытаемся сохранить все виды для будущих поколений.
уникальность Гянджи отражается в традициях и культуре захоронения. Ныне город, где основное население исповедует ислам, не теряет прежних обычаев. На первый взгляд, обычное кладбище Сабисхьяр, наряду с исламским обычаем, соединяет в себе традиции захоронения в десяток тысяч лет, а возможно и больше. На этом кладбище можно увидеть нечто совершенно неожиданное. Над могилами здесь возвышаются величественные надгробные памятники, мавзолеи и гробницы. От того, что Гянджа была расположена на Великом Шелковом пути, помимо торговли, здесь развивалась наука, культура, зодчество и прочее. Кроме того, особое место занимала культура захоронения и почиталась с особым трепетом. Здесь множество памятников захоронения и надгробий до исламского периода, а также после принятия ислама. Кроме того, есть памятники некрополя, существующие только в двух городах Востока – это Багдад и Гянджа. Это памятники захоронения семьи или целого рода в круглой форме, которые находят отражение в большинстве традиций древнего тюркского этноса. Вторая особенность – это саркофаги и мавзолеи. Есть множество памятников, отражающих традиции доисламского периода. В основном это те мавзолеи, где похоронены тела усопших женщин в нижней, мужчин в верхней части, и все они представители только одного рода. Но особенность такова, что это погребальное сооружение порой многоэтажное, уходящее глубоко в землю. В своего рода уникальном здании с дверью, порой дверь может заменить просто огромный камень, содержится много склепов для погребения. Здесь усопшие фактически не предаются земле, а помещаются. Это будда мувакатулара. Здесь же можно обнаружить многие временные могилы, не преданные земле в течение 40 лет. Такая традиция была связана еще с верой и почитанием святых. Усопшие просто завещали свои останки захоронить неподалеку от тех или иных святых, например, в Кербале, Мешхеде или Мекке. Поэтому это кладбище становилось своего рода временным пристанищем. Апарып у мугаддас торбахларда орда басса дафн эдерділәр. Гянджаның чоқ танымыш шәжәрәләрні, нәсілләрні нумайындылар бар, мисал үшін Юсиф Бәлілләр. В склепах укладывались многие известные фамилии, семьи Гянджи, такие как Юсиф Бели, род Фатали-хана Хойского и так далее. Они находятся в таких мавзолеях, а также много надгробий, отражающих элементы высочайшего зодчества, исламского, гянджинского, в частности, из красных кирпичей, олицетворяющие архитектуру Гянджи. Memarlığına istinad edilen çox maraqlı türbələr var. 1804-cü ilə kimi Gəncəyan işğal olunduğu zamana kimi ora До 1804 года это кладбище находилось вне крепостных стен. Ancaq orada, məsələn, bu ola bilər ki, Gəncənin daxilində olan И древние кладбища, которые находились внутри крепости, постепенно, конечно, по желанию родственников, переносились туда, на кладбище, которое находилось вне стен. Qəbirstanlıq yaradıldığı zaman yeni içəridə şəhərin daxilində olan qəbirlərin bir qismi onların insanların qohumları tərəfindən həmin yeni qəbirstanlığa köçürülmüşdür. Əslində İslam qəbir abidəsi üzərində, hətta qəbirüstü abidənin üzərində, tutaq ki, türbə olsun və yaxud Конечно же, исламские обычаи не приветствуют, а даже запрещают воздвижение каких-либо памятников и тем более изображений над усопшим. Но в Гянджинском кладбище и в Сабискяре, и Мамзаде есть могилы, которые относятся к исламскому периоду и даже позднему, например, 16-му, 17-му и даже 18-му, 19-му векам. Но в то же время можно обнаружить не только надписи или простые картинки. Порой можно увидеть цветные краски на надгробиях, пиктографические надписи, а также уникальные идеографические надписи, чуждые исламской культуре. Хамда, мета ислам мадениятю учен, хамда дуня мадениятю учен,
memarlıqda çox unikal hesab olunan izoqrafik yazılar var. Oranın adından da indi məlum olduğu kimi. Даже по названию можно предположить, что Сябжикяр подразумевает зеленую, покрытую травой местность. Также говорят, что там земля плодородная и находились поля, которые впоследствии были куплены. Позже там расположилось кладбище. Древнейший город Аррана-Гянджа в начале 20 века стал временной столицей новой Азербайджанской демократической республики. Параллельно с азаном здесь звучат церковные колокола. Есть немецкая кирха. Здесь веками жили, ныне живут и после будут жить и дружить представители различных национальностей и вероисповеданий. Здесь лучшие климатические условия для жизни. Красота природы вызывает восторг в любое время года. Это родина многих великих людей и, конечно же, всемирно известного поэта Низами Гянджави. Город, который уже знает наше современное поколение, наследие пятого поселения. На протяжении многих веков этот город играл немаловажную роль в истории и жизни страны. Всегда был и ныне остается развитым городом. Это город Гянджа – сокровище и национальное достояние Азербайджана, второй по величине город страны.